Python Debugger работает следующим образом. В месте, в котором нас интересует отладка, ставим PDB. Вызов PDB. После этого запускаем shell. И пытаемся выполнить нашу программу. Когда интерпретатор shell видит стандартное приглашение PDB, он переходит в питоновскую программу, подсвечивает нам наше месторасположение по файлу. Дальше мы можем использовать стандартные команды PDB. Мало того, всегда намного удобно просто, допустим, скопировать из нашего окна редактирования в PDB какие-то переменные. И это делается быстро, стандартными клавишами, без всяких необходимости пользоваться мышью, что является само по себе, по сути, быстрее.